Центр общественного видеонаблюдения за выборами открылся в Твери. Среди его основных задач – сбор всей информации о ходе голосования, мониторинг ситуации в участковых комиссиях, возможность оперативного просмотра внештатных ситуаций. Центр разместили в новом здании библиотеки ТВГУ на Советской улице. Здесь оборудовано 15 автоматизированных рабочих мест коллективного использования. Камеры, расположенные на избирательных участках, станут транслировать изображение на видеостену. Кроме того, заявляется, что контроль будет вестись круглосуточно. Официально центр заработает в 8 часов утра 17 сентября. Закрыть его планируют после составления всех протоколов о результатах голосования и проведения итогового заседания всеми территориальными избиркомами. Сегодня важно то, что большое количество простых граждан могут принять участие в работе за контроле, за наблюдением того, что будет у нас на УИКах. У нас работают здесь две горячие линии, и по итогам всех звонков будут специально подключаться мониторы по тем УИКам, по которым, не приведи Господи, если будет какая-то сложная, тревожная информация.